여러분 안녕하십니까? Здравствуйте. 우리가 이 시에랩을 통해서 이렇게 말씀 나눌 수 얼마나 감사한지 모르겠습니다. Я благодарен Богу за то, что мы можем общаться через форум христианских лидеров. Давайте прочитаем слово. 요한복음 5장 1절부터 24절까지입니다. Евангелие от Иоанна 5 глава с 1 по 24 стих мы прочитаем. 다 같이 요한복음 5장 1절 24절을 생각하면서 같이 이야기하겠습니다. Я буду с вами общаться через Евангелие от Иоанна 5 главу. 제가 읽겠습니다. Я прочитаю. 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. После сего был праздник иудейский и пришел Иисус в Иерусалим. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 Есть же в Иерусалиме у войдящих ворот купание, называемое по-еврейски Вифезда, при которых было шесть крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 통하게 하는데 통한 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든 낫게 됨이라. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐? Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람 먼저 내려가나이. Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который отпустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда я прихожу, другой уже сходит прежде меня». 예수께서 가라사 일어나 내 자를 들고 가라 하시니. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». 그 사람 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라 이 날은 안식일이니. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. 유대인들이 병 나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». 대답하되 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라는데. Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот сказал мне: возьми постель твою и ходи». 제가 묻되 너들을 자리를 들고 걸어가란 사람이 누구냐 하되. Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» 고침을 받은 사람이 그가 누구신지 알지 못하니 이는 거기 사람이 많음으로 예수께서 이미 피하셨습니다. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 네가 나았으니 더 희망을 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고치는 예수라 하니. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 핍박하게 된 И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делает такое дело в субботу. 예수께서 저에게 이르시되 내 아버지께서 이까지 일하시니 나도 일한다 하시며. Иисус говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». 유대인들이 이러니 나에 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일만 범할 뿐 아니라 하나님을 자기 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이라. Еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушил субботу, но и отцом своим называет Бога, делая себя равным Богу. 그러므로 예수께서 저희에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할 수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит также». 아버지께서 아들을 사랑하사 자기 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다도 큰 일을 보이사 너희로 기이 여기게 하시니. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше всех, что вы удивитесь. 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리신 같이 아들도 자기 원하는 자들을 살리느니라. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет кого хочет.
아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판 다 아들에게 맡기셨으니 Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну. 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라. 아들 공경치 아니하는 자는 그를 보내신 아버지를 공경치 아니하느니라. Дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 여기까지 읽었습니다. Мы прочитали по 24 стих. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 Истинно, истинно говорю вам, 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 слушающий слово мое и верующий в пославшего меня 영생을 얻었고 имеет жизнь вечную 사망에서 생명으로 옮겼느니라. И перешел от смерти в жизнь. 자, 여기서 예수님이 하시는 이야기는 Иисус говорит нам, 우리가 선한 일을 하거나 когда мы делаем добрые дела, 노력하거나 뭘 하는 게 아니고 не когда мы что-то хорошо делаем, 예수님의 말씀을 듣고 а когда мы слушаем слово Иисуса, 또 나 보내신 일을 믿는 자는 것입니다. И должны верить в пославшего Его. 근데 예수님 당시에 예수님을 저 세상에 하나님 믿는다는 모든 사람들은 однако при жизни Иисуса все люди, которые говорили, что верят в Бога, 하나님 보내신 예수님을 왔는데 пришел Иисус, которого послал сам Бог. 그들은 대적을 했습니다. Но они противились Иисусу. 여러분 요한복음 3장에 니고데모라는 사람이 있습니다. Евангелие от Иоанна 3 главе есть человек по имени Никодим. 어느 날 밤에 예수님을 찾아왔습니다. Однажды ночью он пришел к Иисусу. 나는 당신이 하늘로서 오신 선생님을 내가 아나이다. Он сказал: Учитель, я знаю, что ты пришел от Бога. 하나님이 함께 하시지 않으면 이런 일을 아무도 할 수 없음이니이다. Если бы Бог не был с тобой, ты бы не мог бы совершать то, что совершаешь сейчас. 니고데모는 예수님께 와 당신은 하늘로부터 오신 선생님 줄 안다고 말했어요. Никодим сказал, что я знаю, что ты пришел от Бога. 만일에 니고데모가 예수님 하늘로부터 오신 선생님 줄 안다면, но если бы Никодим действительно знал, что Иисус пришел от Бога, 예수님의 말씀을 듣고 믿어야 한다는 것입니다. Тогда он должен слушать слово Иисуса и должен верить. 근데 니고데모가 예수님 말씀을 받아들였습니까? Но скажите, разве Никодим принимал слово Иисуса? 아닙니다. Нет. 받아들이질 않았습니다. Он не принимал слово Иисуса. Что же он сказал? 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니. Истинно, истинно говорю вам. 사람이 거듭나지 않으면 하나님을 볼 수 없느니라. Если человек не родится свыше, не сможет увидеть Царство Небесное. 니고데모라 그랬죠? Тогда что сказал на это Никодим? Учитель, 뭐라고 하셨어요? Что ты сказал? 거듭나야 한다고 하셨어요? Нужно родиться свыше? 어떻게 거듭날 수 있는 겁니까? А как родиться свыше, Иисус? 선생님 말씀하셨다면, Учитель, если ты так говоришь, 나 거듭나고 싶은데, я хочу родиться свыше. 잘 모릅니다. Но я не знаю 말씀, как. 아마 그렇게 Пожалуйста, 말했다면, если бы Никодим обратился бы к Иисусу, 예수님의 말씀을 받는 사람일 것입니다. То он бы стал человек, который принимает слово Иисуса. 뭐라고 말했습니까? Но что же сказал Никодим? 예수님 하늘로부터 온 선생님 한다고 하면서, хотя он говорит, что я знаю, что ты пришел из неба. 늙으면 어떻게 거듭날 수 있습니까? Но он говорит, как человек, который состарился, может родиться дважды? 두 번째 어머니 뱃속에 들어갔다 나와야 합니까? Ему что, нужно войти в утробу матери и родиться снова? 말도 아니라는 이야기죠. Другими словами, он намекает, что Иисус говорит чушь, что подобного не может быть. 자, 이제 오늘 우리는 сегодня 성경 읽으면 성경이 왜 이 이야기를 우리에게 하고 있습니까? Когда мы читаем Библию, как вы думаете, почему Библия рассказывает нам эту историю? 자, 우리 5장에 하나님의 은혜로 병을 낫기 원한 많은 사람들이 있어요. Евангелие от Иоанна в 5 главе есть многие люди, которые хотят получить исцеление, хотят получить милость от Бога. 그 많은 사람 두 가지 종류가 있는데. Но их можно разделить на две группы. 하나는 예수님 말씀을 받아들인 사람이고. Первая группа это люди, которые принимают слово Иисуса. 하나는 예수님의 등치고 있는 사람들이. А вторая группа это люди, которые стоят спиной к Иисусу. 천사가 가끔 모세 물을 통하게 하는데. Да, иногда ходит ангел и возмущает воду. И написано, что всякий, кто войдет первым, исцелится от болезни. Но кроме человека, который болел 38 лет, многие больные, скажите, они смотрели на Иисуса? Нет. Они смотрели на купальню.
Они смотрели на купальню. Другими словами, они были спиной к Иисусу. Что мы должны знать? Написано, что сходил ангел с неба. Но не все ангелы принадлежат Богу. Этот ангел сделал, чтобы взгляды всех больных были обращены к купальне. И чтобы больные стали спиной к Иисусу. Тогда этот ангел пришел от Бога. Я хочу сказать, что не так. Потому что если бы этот ангел пришел от Бога, ангел бы сказал: «Не смотрите на себя! Оглянитесь назад. Это Сын Бога. Он исцелит вас от болезни. Вы должны смотреть на Него». Вот так бы сказал бы ангел. Собравшиеся слушали голос ангела. Но что важно, во второй главе послания к Ефесянам написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Что значит «сие не от вас»? Это значит, что бы вы ни сделали, вы не сможете получить это. Ваши усилия, ваши молитвы, то, что вы читаете Библию, они не могут позволить вам сделать это. Но как поступили эти люди? Хотели войти в купальню. Что это? Это значит, я делаю. Этим результатом они хотят получить что-то. Однако это делают они. К Ефесянам написано: «По благодати». Благодать дается даром. Если вы заполучите, тогда это не будет благодатью. Не только деньги. И наши усилия мы не должны прикладывать. Нашими делами невозможно. Спасение мы не достигаем нашими делами. Мы должны верой принять то, что Господь приготовил для меня. Но к большому сожалению, что же нам говорит Евангелие от Иоанна 5 глава? Есть две пути. Первая дорога — это когда я стараюсь войти первым в воду, и тогда я выздоровею. Есть такой способ выздороветь. Есть второй способ. Ничего не нужно делать. Нужно просто слушать Слово Иисуса и принять. Вот второй способ. Какой из них истинный? Какой из них настоящий? К Ефесянам 2 глава 8 стих говорит: «Ибо благодатью вы спасены». Поверили в благодать. Это благодать. Это не мои старания, не мои усилия. Если будут приложены мои силы, то это уже не благодать. Я ничего не должен делать для того, чтобы получить спасение. А кто должен делать? Иисус должен делать. Но ангел что же говорит? Когда возмущается вода, тот, который войдет первым, то есть свои дела, тот, который лучше делает, это не ангел, которого послал Бог. Когда ты первый ходишь, из-за того, что я что-то сделал, из-за того, что я сделал хорошо, из-за того, что я был быстрее других, поэтому я выздоровел. Это символизирует дела. Это дела. Это не способ Божий. Бог же что сказал? В 2 главе 9 стихе Ефесянам написано: «Не от дел». Что-что?
행위에서 난 것이 아니라고 말했어요. Не от дел. 행위에서 난 것이 아니니. Не от дел. 오늘 사탄 많은 사람을 속여서. Сегодня дьявол искусил многих людей. 구원받기 뭘 해야 하고 뭘 해야 하고 십계명을 지켜야 하고 노력을 해야 하고 새벽 기도를 해야 하고 회개를 해야 하고 금식을 해야 하고. Люди думают о том, что для того, чтобы получить спасение, я должен стараться, я должен участвовать в собрании, я должен пожертвовать, я должен поститься, я должен молиться, я должен быть первым. 예수님 당시와 똑같이. Как было при жизни Иисуса? 예수님 말씀 그 방법과 다른 방법으로. Сатана ведет нас в противоположную сторону, не по способу Иисуса. Есть человек, который попался разбойника. Люди удивляются. Знаете, почему они удивляются? Один законник спросил Иисуса: «Добрый учитель, что мне нужно сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную?» Знаете, почему он сказал эти слова? Он был законником. Он хорошо исполняет заповеди, потому что он что-то сделал. Он хотел хвалиться собою. Но Иисус спросил него: «А что в законе написано? И как ты читаешь?» Что написано в законе? И как ты читаешь? Иисус не просто спросил, что написано в законе. Как написано в законе? И потом, как ты читаешь? Что это значит? Это значит, что имея один закон, его можно читать вот так, и также можно понимать совсем по-другому. Я прав? Я прав, скажите? Как мы можем читать закон? Закон можно прочитать по двум способам. Вы знаете как? Первое. Я хорошо исполнял закон. Я смогу получить благословение. И второй способ. Я тот, который не смог исполнить закон. Я тот, который нарушил закон. У меня не получится исполнить закон. С какой целью Бог дал закон? Вы думаете, что Бог дал закон, чтобы мы его исполняли? Так говорят люди, которые не знают Библию. Библия говорит: делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Для чего же Бог дал нам закон? Закон. Давайте мы подумаем об этом. 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니. Если говорит закон, то говорит под состоящим под законом. 자, 율법은 율법 아래 있는 자들에게 말한다. Закон говорит к состоящим под законом. 그 말을 좀 더 쉽게 설명하면. Если простыми словами объяснить это слово, тогда получится очень интересное. 율법에 간음하지 말라는 법이 있죠. В законе есть закон, который говорит не прелюбодействуй. Правильно? 있어요? Есть такой закон? 예, 있습니다. Да, верно. 자, 그럼 하나 물어봅시다. Тогда я задам вопрос. 간음이란 죄가 먼저 시작됐습니까? 간음하지 말란 법이 먼저 시작됐습니까? Скажите, сначала был грех прелюбодеяния или же сначала был закон не прелюбодействуй? 예? что? 여러분, 간음하지 말란 죄가 먼저 있었습니까? 간음 저 Скажите, сначала был закон не прелюбодействуй, или же сначала был грех прелюбодеяния? Сначала был грех? Грех же был сначала, правильно? Я прав? Если прелюбодействовал человек, из-за того, что он прелюбодействовал, Бог говорит: не прелюбодействуй. Если бы не было прелюбодеяния, был бы закон. Сначала был грех воровства, или же сначала был закон? Ой, не обманывай. Когда я обманывал? Вот так мы ведь говорим. Что значит не лжесвидетельствовать? Это значит, что люди лжесвидетельствуют. Прежде чем появился закон, сначала был грех. Если закон говорит,
говорит к состоящим под законом. Есть закон «не прелюбодействуй». Люди, которые не прелюбодействуют, они не находятся под законом, который говорит «не прелюбодействуй». Не воруй, не убивай, не лжесвидетельствуй, не желай. Тот, который не совершает этого, он не под законом этим. Но если говорить закон, скажите, кого арестовывает полиция? После того, как объявили о том, что нельзя воровать, разве всех арестуют? Нет, арестуют только тех, которые воровали. Я прав? Те, которые не воровали, что есть закон «не воруй» или что нет его, нет большого влияния. Закон, который говорит «не воруй», это значит, что были люди, которые воровали. Мы те, которые нарушили закон. Мы обманывали. Если вы нарушили хотя бы одну заповедь, значит, вы нарушили весь закон. А если вы будете дальше исполнять, ваш грех разве прощается? Нет. Не получится. Поэтому, что закон говорит, говорит под состоящим под законом. Что значит находиться под законом? Это значит человек, который согрешил. Поскольку по закону подтвердили, что он грешник, то даже если он будет дальше исполнять закон, он будет оставаться грешником. Если хотя бы чуть-чуть изучить вопрос закона в Библии, Моисей пришел с двумя скрижалями. Знаете, куда его поставили? Моисей положил его в ковчег. Правильно? Потом сверху кладут крышку. Понимаете ли это? Эта крышка называется место прощения. На корейском языке место прощения, на английском место милости. Это место, место милости, место прощения, место, где прощаются грехи. Что нужно сделать, чтобы получить прощение грехов? Нужно закрыть закон. Израильтяне должны были перейти через Йордан. Когда они проходили через Черное море, священники несли ковчег. Когда нога священников, которые несли ковчег, коснулась воды, она же разделилась. Почему? Они не видели, что находится в ковчеге. В ковчег положили скрижали закона и сверху поставили крышку. Нужно закрыть крышкой. Тогда это место станет местом милости, местом прощения грехов. Серафимы закрывают крыльями и говорят: «Не открывай крышку!» Сегодня в многих церквях повторяют закон каждое воскресенье. Бог говорит: «Не смотри, что написано в законе!» Израильтяне однажды посмотрели, что внутри. Жители Гилеад-Йераима. Они открыли. Открыли крышку закона и посмотрели, что внутри. Знаете, что произошло? Умерло 50 070 человек. Это правда. Бог сделал, чтобы никто не смотрел, что внутри. Бог не хочет, чтобы мы смотрели на заповеди. Он поставил крышку. Серафимы открыли крылья и говорят: «Не открывай». Бог закрыл. «Не открывай».
Но некоторые люди сегодня повторяют закон воскресения. Знаете, как это не нравится Богу? Для чего же Бог дал нам закон? Во-первых, закон дан для того, чтобы мы познали свой грех. Понимаете ли это? Бог не дал закон, чтобы мы получили благословение через закон. Если исполняя закон, мы получим благословение, тогда совершенным образом нужно исполнять закон. Но нет ни одного, кто может совершенным образом исполнить. Когда мы станем перед законом, мы все получим только проклятие. Но сегодня многие люди, они говорят, что если я буду исполнять закон, я смогу получить благословение. Если вы один раз согрешили, даже если вы не будете грешить, будете совершенным образом исполнять закон, вы остаетесь грешником. Я прав? Тот, который согрешил, уже грешник перед Богом. Что бы мы ни делали, нашими стараниями мы не можем очистить даже капельку греха. Что бы мы ни делали, мы не сможем получить благодать Божию. Поэтому нам нужно смотреть на Иисуса Христа. О чем говорит нам Евангелие Иоанна 5 глава? Ангел знал, что придет Иисус. И чтобы люди не смотрели на Иисуса, сделал, чтобы все люди смотрели на озеро. Не смотрите, когда будет возмущение воды, если войдете, вы выздоровеете. Когда пришел Иисус на это место, все собравшиеся, никто из них не заметил Иисуса. Только один человек. Человек, который болел 38 лет. Кто же он? Это тот, который даже если увидит, что возмущается вода, он не может войти в воду. Как бы он ни старался войти, он не сможет войти прежде других. Если кто-то не бросит его в воду, он не сможет войти в купальню. У него не было надежды, что он сможет войти в купальню, когда ангел будет возмущать воду. Знаете, почему он смог выздороветь? Нет человека, который выздоровел, войдя в купальню. Но есть тот, который не пошел, но выздоровел. Этот человек ведь не входил в купальню. Поскольку он не может сам войти в купальню, он даже не думал войти в купальню. Он знал, что даже если будет стараться, у него не получится. Он знает, что он не может. Поэтому Иисус должен сделать. Своими стараниями он не сможет исцелить себя. Знаете, в чем ошибочно сегодня христианство учит людей? Говорят, что нужно молиться, нужно быть верным, нужно давать десятину, нужно делать, говорят. Что же это? Это дела. Дела. Давайте я вам задам вопрос. Моей Библии написано, ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар. Посмотрите 9 стих. Что же там написано? Не от дел. Не от дел. Бог говорит, это не дел. Но сегодня во многих церквях говорят, что нужно делать. Они говорят, надо исполнять субботу, надо давать десятину, нужно делать. Но не получают прощения грехов. 10 лет верят, но остаются грешниками. Верят 20 лет, остаются грешниками. 30 лет верят, но остаются грешниками. Много времени верят Господа, но остаются грешниками и перед смертью находятся в страхе сегодня. Скажите, это разве ересь? Но люди говорят, что я говорю ересь. Однако Библия говорит по-другому. Евангелие от Иоанна в 5 главе
мы можем увидеть две вещи. Что говорит законник? Я могу исполнить закон. Я могу войти в купальню. Пока он может, он смотрит на это. А человек, который болел 38 лет, даже если он увидит, что возмущается вода в купальне, как бы он ни старался, он не сможет войти. Не сможет. Поэтому Иисус пришел к этому человеку, тому, кто не может, тот, который не может исполнить закон. Я не могу. Господь, ты сделай. Сегодня многие люди, они неправильно знают Библию. То, что они не могут попасть в Царство Небесное, они думают, что причина заключается в них. Да, верно. Но знаете, что они сделали неправильно? Они не сделали добро. Их способ сам был неправильный. Когда я делаю добро, когда я делаю свою праведность, когда я стараюсь, если я исполняю заповедь, если я что-то делаю, оно не может повлиять на его спасение. Оно не имеет никакого отношения к моим спасениям. Если бы таким образом мы могли получить спасение, тогда Иисус, Он бы не пришел на землю. Что бы мы ни делали, нашими усилиями мы не можем получить спасение. Не от дел. А кто должен делать? Иисус должен совершить. Многие люди знают историю о человеке, который попался разбойником. И говорят, что надо поступать как добрый самарянин. Они учат, что нужно делать как добрый самарянин. Что Иисус говорит, что надо поступать как он. Но разве Иисус это хотел нам сказать? Законник спросил, что нужно сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную? Иисус говорит ему, не ты должен делать. Что надо сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную? Исполняй все. Тогда получится. Если ты ни разу не согрешишь, тогда все получится. Но ведь он уже согрешил. Разве, делая добро, мы можем очистить свой грех? Нет. Нет, это невозможно. Люди верят 10, 20, 30, 50 лет в Бога. Но поскольку делами мы не можем получить прощение грехов, поэтому перед смертью они находятся в страшном страхе. Когда больной, даже если увидит, что возмущается вода, не сможет войти, тогда Иисус приходит к нему и вместо него исцеляет его. Понимаете это? Если вы можете сделать, тогда для чего Иисус приходить на землю? Если вы сможете сами сделать, для чего Ему умирать на кресте за вас? Вы не можете. Вы не можете. Чтобы получить прощение грехов, если нашими стараниями мы бы смогли получить прощение грехов, значит, Иисус неправильно поступил. Прощение грехов. Одного креста Иисуса Христа предостаточно. Аминь. Скажите аминь. То, что Иисус очищает наш грех, кроме креста нет другой пути. Что вину мне может смыть, уничтожить лишь кровь Иисуса. Правильно? Иного пути нет. Только Иисус Христос. Сегодня многие люди, они отвергают креста Иисуса Христа, и чтобы очистить свой грех, молятся, исполняют закон, дают десятину, делают добрые дела.
Но это то, что Господу больше всего не нравится. Разве они могут заменить крест? Разве они могут очистить наш грех? Если мы будем исполнять закон, вы сможете попасть в Царство Небесное? Сможете ли очистить себя? Ничто не может заменить крест. Чтобы мы получили прощение грехов перед Богом, мы должны смотреть только на кровь Иисуса Христа. Ничто не может иное очистить наш грех. Но сегодня многие люди не Иисуса, а своими усилиями, трудом, разве они смогут заменить крест? Смогут ли очистить свой грех, скажите? Не могут. Нужно смотреть на крест Иисуса Христа. Вот о чем говорит нам Евангелие Иоанна, 5 глава, в 24 стихе. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит». Во что верующий в Иисуса, услышав Его Слово, и верующий пославшего Его, то есть Бога, во что вы верите? Иисус, чтобы очистить наш грех, Бог послал Иисуса на землю. Иисус умер на кресте. В Иеремии 31 главе 34 стихе написано, 31 стихе написано, «Вот наступают дни, говорит Господь». Библия говорит, «Когда я заключу с домом Израилем и с домом Юды Новый Завет». Здесь есть слово «завет». Завет значит обещание. В феврале этого года я в Америке поехал в Филадельфию. И пришел пастор большой церкви, куда приходят тысячи людей. Он дал визитную карточку. И эта церковь называется Церковь Нового Завета. Я спросил у пастора, «Пастор, вы знаете, что значит Новый Завет?» Он сказал, «Ну точно не знаю». И в тот вечер, на протяжении одного часа, я объяснял, что значит Новый Завет. Большинство людей говорят про 10 заповедей. Эту коробку, куда клали, скрижали с законом, называют ковчегом, правильно? Вы слышали о том? То есть, ковчег завета. Бог дал обещание. Если вы исполните все эти заповеди, то вы получите благословение в доме и вне дома, и ваши скоты получат благословение, и ваши гости, и вся семья, и потомки получат благословение. И наоборот, если же нарушите, и в доме проклятие, и на улице проклятие, во всем будет проклятие. В книге Исход 19 главе написано, когда израильтяне услышали эти слова от Бога, они пообещали, что мы все исполним. Давайте прочитаем. Это Исход 19 глава. Исход 19 глава. С 5 стиха я прочитаю. 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국이 내 소유가 되겠고
Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов и моя вся земля. А вы будете у меня царством священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. Восьмой стих. «백성 일제히 응답하여 가로되 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하리이다». И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». Между Богом и народом был заключен завет. «Я дам вам закон. Если вы все исполните, вы получите благословение. Если же нарушите, получите проклятие». Что же сказал народ на это? «Ой, Господи, мы не сможем исполнить». Они должны были так сказать. Но они сказали, мы все исполним. Они пообещали Богу. Поэтому, если они нарушат, должны получить наказание. Однажды, когда пришел закон, они сделали золотого тельца. Так погибло 30 человек. Проклятие шло за проклятием. Мы не сможем исполнить. Мы те, которые получим проклятие. Когда пришел закон, с того момента начались смерти. Закон, можно сказать, по-другому в Библии. Закон греха и смерти. Закон сделал нас грешником. И ведет к смерти. Поскольку Бог пообещал, Он может давать только проклятие. Для того, чтобы спасти нас. В Иеремии 31 главе 31 стихе говорится, «Вот наступают дни, когда я заключу с домом Израиля, с домом Юды новый завет». Первый завет. Говорит, если исполнить 10 заповедей, вы получите благословение. Если же нарушите, вы получите проклятие. Этот закон ведет нас к греху и смерти. Но Господь возлюбил нас. Мы должны были все погибнуть. Все люди на земле должны получить проклятие. Но Бог возлюбил нас. Поэтому Он дал новый совет. В Иеремии 31 главе, 31 стихе написано, говорит Господь, «Вот наступают дни, когда я заключу с домом Израиля, с домом Юды новый завет». 32 стих. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Первый завет, то есть 10 заповедей, который был поставлен, когда Бог вывел израильский народ из Египта, но они нарушили. Поэтому они могут получить только проклятие. Вот что это значит. Если мы исполняем закон, мы получаем благословение. Если нарушаем, мы получаем проклятие. Если мы уже нарушили, даже если в будущем будем хорошо исполнять, мы не сможем получить благословение. Аминь. Понимаете ли вы это? Поскольку Бог уже пообещал, если мы исполняем, получаем благословение, если нарушаем, мы получаем проклятие. Если судить по этому закону, мы все должны получить проклятие и погибнуть. Поэтому Господь Бог заключает новый завет, дает новое обещание. Иеремия 31 глава, 32 стих.
Этот завет не такой, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Первый завет зависит, что мы делаем, а что мы не делаем. Если мы хорошо делаем перед Богом, получаем благословение. Если согрешаем, получаем проклятие. Если нас будут судить по этому завету, то ни один не сможет получить благословение, все должны будут погибнуть. Если Бог будет судить нас законом, нет ни одного, кто бы спасся. Поэтому Бог говорит, что заключит новый завет. Давайте посмотрим Иеремию 31 глава 34 стих. Что же здесь написано? И уже не будут учить. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познай Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прошу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. Говорит Господь. Что же нам говорит Слово? Первый завет. В зависимости от того, я делаю хорошо или плохо, я получу суд или же наоборот благословение. А второй завет, что же говорит нам? Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. В первом завете я символизирует человека. А во втором завете «я» символизирует Бога. Аминь. Первый завет зависит от моих хороших или плохих дел. Если делаю плохо, я получаю проклятие. А второй завет не зависит от моих добрых или плохих дел. В детстве мы проводили спортивные игры в школе. И первый бег, там бегут с первого по второй класс. Мы начинаем бежать. Потом второй бег, бегут родители, мама с папой. Правильно? Ребенок держит руку отца и бежит вместе. Когда у отца не получается, отец обнимает ребенка и бежит с ребенком на руках. Правильно? И занял первое место. Разве ребенок хорошо бежал? Нет, отец хорошо бежал. Понимаете это? В первом беге. Да, дети бегут. Там нужно им хорошо бежать. А во втором беге они держат руку отца. Отец, поскольку может быстрее бежать, а ребенок бежит медленно. Поэтому отец обнимает ребенка и бежит на руках с ребенком. Кто заслужил награду? Папа сделал хорошо, поэтому получил награду. Ребенок ничего не делал, просто отец взял на руки и бежал. Но смог победить. В первом нужно мне хорошо бежать, а во втором отцу нужно хорошо бежать. Бог создал закон. Первый закон говорит, чтобы мы делали хорошо, а второй совет говорит, не мы должны делать хорошо. А через то, что Бог сделал, мы получаем награду от Бога. Этот ребенок смог получить награду, потому что отец бежал хорошо. Он же ничего не сделал. Отец бежал хорошо. Поэтому получает награду. Аминь. А второй завет, нам новый завет говорит, Бог говорит, вы получаете награду в зависимости от моего дела.
Но первый совет говорит, что мы получаем благословение в зависимости от наших дел. По первому совету мы все должны получить проклятие. Послание к Римлянам 8 главе 1 стихе Бог говорит: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». А второй стих говорит: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Чтобы очень просто объяснить этот вопрос, это история о женщине, взятой прелюбодеянии. Ее схватили во время прелюбодеяния. Книжники и фарисеи привели ее к Иисусу. Они сказали: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей закон не заповедал нам побивать таких камнями». Эта женщина, когда ее судили по закону Моисея, ее должны были побить камнями. Верно? Ее должны были побить камнями. Они сказали: «А ты что скажешь?» Они спросили у Иисуса. Иисус писал на земле перстом. Почему? Когда Господь Бог заключил первый завет с Моисеем, Он своим перстнем написал на каменных скрижалях. Первый завет был написан на скрижале камня. А второй завет, послание к евреям, 10 главе, 17 стихе написано: «Вот завет, который завершаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердцах их и мысля их напишу их». Написано: «Вложу законы мои в сердцах их и мысля их напишу их». Первый завет Бог написал на камнем скрижалях и потом положил их в ковчег. А второй завет Бог заключает в моем сердце. Поэтому Иисус писал на земле перстом. Что же Он писал? «Я прошу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Кто говорит? Вот здесь говорится «я». Это кто? Это Господь. Это есть второй завет, второе обещание. «Я прошу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Бог обещал. Если Бог не простил наши грехи, тогда Бог будет мошенником. Он будет обманщиком. Если Бог не очистил наш грех, тогда Бог должен получить наказание. Но Бог по своему обещанию распял Иисуса на кресте, и на кресте наш грех очистил навсегда. 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 Господь по своему обещанию очистил наш грех. Но вы же не верите в это. Поэтому называют себя грешниками. Почему? Называют себя грешниками, потому что не верят, что Иисус очистил их грех. Если мы верим, что Иисус очистил нас, тогда мы можем называть себя грешником? Сатана искушает. Говори скромно, что ты грешник. Так искушает нас. Я получил прощение грехов в 62 году. Однажды я сказал старшей сестре. Сестра, услышав мои слова, она испугалась и сказала: «Оксу, беда случится». Даже пастора в церкви говорят, что они грешники. Даже пресвитеры говорят, что они грешники. Зерно, когда созревает, наклоняет головку. Как ты можешь говорить, что ты праведник? Ты такой высокомерный стал. Это неправильно.
Сестра сказала, что я совершил большой грех. Но я ведь просто поверил в Слово Бога. Бог сказал, я прошу беззаконие их и не вспомню более. И я поверил в это слово. Сегодня многие люди ходят в церковь, но называют себя грешниками. Но это значит, что они поносят Господа. Получается, Бог что, обманул их? Что Бог не очистил мой грех? Эти слова значат, что Иисус не очистил наш грех на кресте. Если вы будете называть себя грешником, вы думаете, Бог скажет, ой, ты такой скромный? Нет, у Иисуса будет разрываться сердце, чтобы очистить твой грех. Я был распят на кресте, мне вонзили копье, я пролил кровь. Но если ты остаешься грешником, тогда что, я зря умер за тебя? Ты получишь проклятие за это. Как вы думаете? Скажите, как вы думаете? Иисус действительно умер на кресте. Неужели Он не смог очистить мой грех? Нет. Навсегда. Весь грех Он очистил навсегда. Так нам говорит Слово. Нам нужно просто поверить в Слово. Притворяемся, что мы скромные и называем себя грешником. Но этими словами мы поносим Иисуса. Это значит, Иисус, ты умер на кресте за меня, но не смог очистить мой грех. Это значит, что Иисус провалил свою миссию. Это значит, что Иисус не смог очистить мой грех на кресте. Посмотрите слово к Евреям 10 главу. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Аминь. 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 Понимаете ли вы это? Верите ли вы в это? Поднимите руку, кто верит в это. Да, спасибо. А много можно не знать. Но Слово говорит нам, я прошу беззакония их, грехов их уже не вспомню более. Мы должны верить в это слово. К Римлянам 3 глава, 23 стих говорит, «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». 24 стих. «Получая оправдание даром, поблагодати Его даром, ничего не сделал». Искуплением во Христе Иисусе, получая оправдание дара. Поскольку Иисус умер на кресте, наши грехи были омыты, и Иисус сказал, что мы оправданы. Если Бог говорит, что мы оправданы, значит, и мы должны говорить, что мы оправданы. Но мы говорим, о, нет, я грешник. Так говорит человек, который не верит в Бога. Он должен получить проклятие. Слова «я грешник» — это не скромные слова. Это слова, которые топчут слова Иисуса. Иисус ради нас пролил кровь свою. Но этими словами мы топчем Его дела. В 1962 году я читал Библию. До того момента я был грешником. Я считал, что это нормально говорить, что я грешник. Но в тот день я получил прощение грехов. Мои грехи были омыты навсегда. Так говорит нам Библия. Если Библия говорит, что я оправдан, в Римлянам 4 главе 25 стихе написано, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Иисус показывает шрамы на руке, на животе и говорит, это было за тебя.
혹시 여러분 아직까지 내가 죄인이라고 하는 사람 있습니까? Скажите, среди вас есть тот, который считает себя грешником до сих пор? 안 믿는 사람이 있습니까? Есть среди вас тот, который не верит, что кровь Иисуса очистила вас? Самое грустное. Это то, что сегодня многие церкви, большинство церквей учат, что мы грешники. Пастор говорит, что он грешник, и пресвитер говорит, что он грешник. Мы не должны просто следовать. Мы должны верить в Библию. Наш Господь по закону Моисея эту женщину, взятую при воде, они должны побить камнями. Но учитель, что ты скажешь? Иисус писал перстом на земле. Иеремия 31 главе 31 стихе написано: «Вот наступают дни, когда я заключу Новый Завет». Первый, то, что Бог написал перстом, это был закон. А второй раз, то, что Он написал перстом, это было: «Я прощу беззаконие их и грехов их не воспомяну более», говорит Господь. Этим законом судили женщину, взятую в прибодяне. Ее схватили. Если судить по закону Моисея, она должна погибнуть, ее должны побить камнями. Ее голова разобьется. Она будет истекать кровью и должна погибнуть. Но когда судили новым законом, «Я прощу беззаконие их, и грехов их не воспомяну более», говорит Господь. Бог говорит нам сегодня: «Я прощу твои грехи и не воспомяну беззаконие», чтобы очистить твой грех. Иисус был распят на кресте и умер. Вот о чем нам сегодня говорит Евангелие Иоанна, 5 глава. Человек, который лежал 38 лет, тоже согрешил. Но он ничего не сделал. Он услышал слово Иисуса и поверил в слово Иисуса. «Я прощу беззакония их, и грехов их не воспомяну более». Как мы верим в это слово? «Встань, возьми постель твою и ходи». Это очень важные слова. Этот больной, человек, который лежал 38 лет, он не мог взять постель и ходить. Много раз пытался, но не получалось. Он все падал и падал. Ни разу не ходил на протяжении 38 лет. Но что он сделал? Он знает, что он не может ходить. Однако Иисус сказал: «Возьми постель и ходи». Он говорит мне, чтобы я взял постель и ходил. До сих пор я следовал за своими мыслями, но ничего не получилось. По Его слову, я попробую ходить. Он всего лишь принял слово Иисуса. Просто принял и начал ходить. Мои мысли говорят, что не получится. Но Иисус говорит: «Встань и ходи». И когда он попробовал, получилось. То же самое и у меня произошло. Когда я смотрел, я грешник. Но Бог говорит: «Я правда». Если Бог говорит, что он оправдал меня, значит, я правда. Хотя мне кажется, что у меня много греха. Но если Господь говорит, что я правда, тогда Он несет ответственность. В моих мыслях, мне кажется, я грешник. Но Слово говорит, что я праведник. Тогда я оставляю свои мысли и принимаю Слово Господа. И я начал говорить, что я праведник. В Доминиканской республике собралось много служителей. Я сказал им: «Знаете, я праведник». Тогда служители все удивились. Они начали говорить: «У нас есть вопрос, у нас есть вопрос». Я сказал: «Задавайте». «Пастор, разве вы не обманывали?»
Я сказал, я много раз обманул, что невозможно считать. На это они сказали, тогда вы грешник, а не праведник. Разве вы не воровали, пастор? Я сказал, я много воровал. В детстве мы голодали, поэтому мы воровали пшено, воровали картошку, воровали яблоко. Я много воровал. Тогда вы грешник, как вы можете говорить, что вы праведник? Я сказал, я не знаю. Но одно, что я знаю, Бог сказал, что я праведник. Значит, я праведник, разве нет? Где такое написано в Библии? Я им открыл Библию. Я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомину более. Так говорит Господь. Они все удивились. Потом я прочитал к Римлянам 3 главу 23-24 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Точно мы согрешили. Но не смотрите только на 23 стих. Посмотрите на 24 стих. Искуплением во Христе Иисусе. По благодати Его. Получая оправдание даром. Господь сказал, что я оправдан. И я получил оправдание. Если Бог говорит, что я оправдан, разве я не оправдан? Я согрешил. Он говорит, что кровь Иисуса Христа мои грехи омыты. Поэтому Он может сказать, что я оправдан. Бог не может просто так грешника назвать праведным. Если мы остаемся грешниками, поскольку Иисус очистил нас, Бог говорит, что Он оправдал нас. Кровью, пролитой на кресте, мы оправданы. Аминь. Верите ли вы в это? Да. Аминь. Бог говорит, что мы оправданы. Разве я могу перебороть Бога? Бог говорит, что я оправдан. Искуплением во Христе Иисусе. По благодати Божией. Даром. Получая оправдание. Подобных слов очень много в Библии. Всю ночь вам могу рассказывать. Первое послание к Коринфянам, 6 главе написано. 10 стих. «도적이나 탐남하냐 술 취하는 자를 후욕하는 자나 토색하는 자들은 하나님 나를 기업으로 받지 못하리라». Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют. 자, 10절은 그렇습니다. Так нам говорит 10 стих. Но 11 стих посмотрим. И такими были некоторые из вас. То есть мы тоже согрешили. Но именем Господа нашего Иисуса Христа, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Да, так написано в Слове. Вы согрешили, но омылись. Вы согрешили, но вы освятились. Вы согрешили, но вы оправдались. Вот что нам говорит Бог. Если Бог говорит, что мы оправдались, значит мы оправдались. Я сказал. Именно поэтому я свят. Тогда вдруг служители выбежали вперед, и они схватили меня и сказали, «Вы мой отец, пожалуйста, подпишите книгу, вставайте, сфотографируемся». Многие плакали и сказали, мы не верили в самое важное. Не верили в крест Иисуса Христа. Ведь крест является доказательством, что мои грехи омыты. Но смотря на крест, говоря, что Иисус умер на кресте за меня на кресте, продолжали думать, что мы грешники. Мы были неправы. Так они свидетельствовали. После этого, каждый раз, когда я посещаю их, они дают мне передавать слово.
Я побывал во многих странах. Я встречал многих служителей. Поскольку люди сегодня не верят в Бога, разве Иисус не смог очистить мой грех? Но люди сегодня стараются сами делать хорошо. Знаете, что вы должны делать? Остальное ничего не нужно делать. Только веруйте, что кровь Иисуса Христа очистила мои грехи. Все мои грехи. Верите ли вы в это? Если вы не верите в это, вы получите проклятие. Только Иисус Христос может очистить наш грех. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Я верю в это Слово. Кровь Иисуса Христа очистила мой грех. Не просто так очистила, совершенным образом, чистейшим образом очистила меня. Поэтому Библия говорит, что Иисус говорит, что мы оправданы. Я верю в это. Он говорит, что мы омыты. Когда я смотрю на себя, я грязный. Но Слово говорит, что я свят. Я не прав, но Библия права. Когда Библия говорит, что мы оправданы, а если я продолжаю называть себя грешником, этот человек не верит в Библию. Он получит проклятие. Да, мы согрешили, но кровь, пролитая Иисусом на кресте, совершенным образом очистила нас. Оно не оставило даже каплю греха. Очистило совершенным образом. Поэтому мы праведники. Сегодня многие церкви учат братьев и сестер, что они грешники. Но это значит, что Иисус не смог очистить наш грех на кресте. Чем эти слова? Нет ничего, чтобы противились Богу. Иисус не умер на кресте зря. Он совершенным образом, чистейшим образом, не оставив каплю даже греха, Он очистил все. И Он поменял нас. Он говорит, «Я прощу беззаконие их, и грехов их не воспоминаю более». Женщина, взятая при Мадиане, если судить ее по закону Моисея, она должна погибнуть. Но когда ее судили новым заветом, который Иисус написал на земле, она осталась жива и могла вернуться домой. Ее сердце было наполнено благодарностью, радость от того, что она смогла спастись. И благодарное сердце к Иисусу наполнило ее. Также и вы. Не нужно верить в Иисуса, который не смог очистить ваш грех. Веруйте в Иисуса, который очистил ваш грех. Верите ли вы в это? Поднимите руку, кто считает еще себя грешником. Нет таковых. Поднимите руку, кто верит, что Бог очистил вас. Да. Библия говорит нам об этом. Мы верим в Библию. Я благодарю Бога. Этот больной не мог совсем ходить. По его мыслям он не может ходить. Но Иисус сказал, ходи. Но я же не могу ходить. Он не сказал так Иисусу. Он оставил свои мысли и поверил слово Иисуса, который говорит, ходи. И тогда он мог ходить. Мне кажется, я грешник. Но если Иисус говорит, что Он очистил наш грех, мы должны оставить наши мысли и принять Слово. Тогда вы будете святыми людьми. И это есть вера в Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Кровью, пролитой Иисусом на кресте, Он очистил все наши грехи
и воскрес на третий день. И затем сказал нам, в Иерусалиме, во всей Иудее, и в Самарии, и до края земли, будьте моими свидетелями. Мы те, которые свидетельствуем, что Иисус на кресте очистил наш грех. Верите ли вы в это? Вы оправданы? Вы святы? Да. Верьте в Слово Бога. Давайте помолимся. 사랑하는 하나님 우리 아버지 앞에 한없는 감사와 영광을 돌립니다. Любимый Отец, мы славим и всю славу возносим Тебе. Мы должны были получить проклятие и погибнуть, но Иисус очистил весь наш грех и сказал, что не осуждает нас, и сказал, что мы святы, сказал, что мы освящены. Если Бог говорит, что мы оправданы, мы оправданы. Мы славим Господа, который оправдал нас. Аллилуйя! Мы славим Господа. Всех людей, помилуй, чтобы поверили в Иисуса и поверили, что Он очистил наши грехи. Пускай оставят эмоции и мысли свои и веруют в Слово, чтобы во Христе Иисусе мы могли освободиться от греха и могли находиться в свете. Мы благодарим Тебя. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо за внимание.